Приветствуем вас на канале Antipro Community. Сегодня мы рады сообщить, что терминал Antipro получил версию для Linux систем. В данном видео мы рассмотрим процесс установки терминала на Astra Linux. Вы можете устанавливать терминал на любые Linux системы, где можно установить Flatpak. Итак, начнем установку. Сперва установим Flatpak при помощи команды sudo apt install flatpak. Если же он у вас уже установлен, то этого делать не нужно. После этого для корректной работы необходимо перезагрузить компьютер, либо перезайти в сессию. После этого необходимо скачать дистрибутив со страницы скачивания на нашем сайте, ссылка будет в описании. Данный дистрибутив имеет расширение RUN. Скачанному файлу необходимо установить права на исполнение. Для этого нажимаем на него правой кнопкой, свойства, дискреционные атрибуты, далее ставим флажок с ракетой для нужного пользователя. После этого можно запускать его двойным кликом. После завершения установки терминал появится в меню «Пуск» во вкладке «Офис». Теперь мы можем запустить терминал и подключиться к нужному логину, после чего начать работу. При выходе обновлений в терминале появится специальная кнопка, при нажатии на которую терминал будет обновляться, аналогично уже работающим системам на Windows и Mac OS. Если вам понадобится удалить терминал, то вы также можете сделать это через Flatpak. Если вы используете свой сервер обновления Antipro, то для корректной работы установщика в директории, где расположен установочный скрипт, необходимо создать файл flatpak.url, в котором указать адрес сервера. На нашем портале вы можете найти инструкцию по установке с подробным описанием процесса, ссылка также будет в описании. Мы надеемся, что новая версия терминала Antipro будет полезна нашим пользователям и существенно расширит их возможности. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Antipro Community.